Всем привет, канал Агродвиж, и меня зовут Тимур, нахожусь я территориально на юге Украины. Вот, сегодня я нахожусь не в теплице, а на, вот видите, поле. Нахожусь на поле, на котором я сею, ну, отвечаю за посев подсолнуха. Вот видите, там приближается трактор, который только что сеял семечку компании Lima Grain. Вот ряды, которые уже посеяны, стандартная схема, 70 междурядка, высев 65 тысяч на гектар, плюс носили азот, фосфор, кальций, сера, удобрение такое, соотношение 12-24, 12-9. Это я к чему все веду? Веду к тому, что необходимо на нашу группу больше подписчиков, группу на нашу, да, канал в Ютубе, необходимо больше подписчиков. У нас будет довольно интересно. У нас овощи открытого грунта, борщевой набор, пахчевые культуры, сады, яблоня, черешня. Плюс еще у меня там дома есть два куста винограда, которые тоже можно снять и очень красиво про них что-то рассказать. Хотя очень красиво — это не про меня. Теплицы также и останутся, там томат, и еще появится огурец, у нас там уже мы высаживаем огурец, который тоже можно осветить. Также еще будем ездить по семинарам в Украине, по семинарам, и показывать, что там происходит на семинарах, и рассказывать свое мнение. А еще есть в планах сделать, ну, баттл разных препаратов, разных фирм. На томате скоро зацветет пятая кисть, и хочу простимулировать растения, так как во время того, когда цветет пятая кисть, первая сильно нагружается, наливается, вторая тоже, пятая цветет, точка роста делает там шестую кисть, и растение нужно подталкивать. Буду применять удобрения там 20-20-20 и какой-то стимулятор. Будет, наверное, фирмы 4-5, разные, и украинские, и там Италия, Испания, что-то такое. И будем носить, и будем смотреть, кто лучше всех, кто более дешевле, кто целесообразней. То есть делать какие-то выводы, и кто будет лучше именно в наших условиях, на наших растениях, в теплице. То есть это не будет самое лучшее, чтобы это не было рекламой, либо какой-то пропагандой. То есть будет у нас довольно интересно. Подписывайтесь, приводите друзей, и будем расширяться. И главное — активность в комментариях. Завтра воскресенье, завтра Благовещение. Всех с наступающим праздником. Всем хорошо отдохнуть, а работать вроде бы нельзя. И у нас, наверное, будет выходной. Всем удачи, хороших урожаев. И да, буду прощаться, потому что у меня уже затекла правая рука, и она уже болит держать телефон. Всем пока, подписывайтесь на канал.